Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция «Романс» называется «Вас нет сегодня здесь». Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Темная и злая, я говорю с небедно о вас, она молчит, меня не понимая, я говорю с небедно о вас. Она молчит, меня не понимая. А если б вы со мной сейчас и здесь, бокал вина в кольце желанном руки, и я шепнула бы сейчас есть, а в ответ любовь здесь нет разлуки. Я шепнула бы сейчас есть, а в ответ любовь здесь нет разлуки. И ночь бы радовалась, если любовь и поцелуи, и сердцебиение. Она не слышала столь дивных слов, такое наслаждение, упоение. А дальше что? Не скажет ночь в ответ, вновь поцелуй, бьют часы 12. И здесь любовь, не поспешай рассвет, желая мы друг другом наслаждаться. И здесь любовь, не поспешая рассвет, желаем мы друг другом наслаждаться. Вас нет сегодня здесь, вас нет сейчас, и ночь такая темная и злая. Я говорю с ней трепет на вас, она молчит, меня не понимая. Я говорю с ней трепет на вас, она молчит, меня не понимая. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Романс «Вас нет сегодня здесь».
стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».